Все началось с того, что в 2022 году многие, которые были мобилизованы в ДНР или пошли добровольцами, люди просто говорили, раз так, раз вы так воюете, то воюйте сами. Когда он сидит дома в Донецке, к нему приезжают, забирают, арестовывают. Вот, поэтому появилась миграция из ДНР, ЛНР в старые регионы России. Что мы увидели? Что у нас теперь организовался заградотряд. По указанию губернатора Ростовской области Голубева, теперь административная граница между ДНР и ЛНР, она такая же, как государственная. То есть там есть такая же зона, в которую нельзя заходить, только через пункты пропуска. Любой журналист Российской Федерации может приехать на любой из пунктов пропуска и посмотреть, как поступают с донецкими мужчинами. То есть это как с пленными. Если ты, не дай бог, через мимо пункта пропуска пытаешься проехать, ну, у нас же ДНР уже Россия и Ростов Россия, вот, и если ты пытаешься мимо пункта пропуска, то ты уже преступник, то есть ты автоматически арестовываешься, с тобой как с заключенным ведут себя, ну и, как правило, ты... Какой позор, господи! Мы обнаружили с удивлением, что там такие же русские, как и мы. Ну, да. Мы пришли на помощь этим людям.